ごっこに付き合ってられねえぜ。いつまでも受けに回るのは性に合わねえ。攻撃をなんとかしたいところです。大将！
なんとかなるもんですね。のんびりしてる暇はねえ。行くぞ。Похоже, что микрофон был выключен, блин. Ничего не записывался, забыл включить. Let's go to Эхелем. Кто такой Эхелем? Ну ладно. Мы идем. Интересный босс был. Как только вы пройдете какую-то шор-линию, вам придется пойти через горы. Шорлайн. Шорлайн, береговая линия. Ну вот заодно и английский подучу. Игры прокачивают ваш English. Аригато, чувак. Аригато по-японски. Спасибо. Будьте осторожны. Ходят слухи о том, что что-то очень... ну, вандеринг это будоражащее и волнительное. Обитает в этих краях. Что-то очень странное обитает в этих краях. Что здесь может быть странного? Грампы? Что такое грампы? Бандиты? Грэмпс. Что такое грэмпс? Грэмпс. Грэмпс, я не знаю, что такое. Это какой-то, наверное, мифический, мифическое что-то. Бандиты. Они не люди, они тролли. Новое видео добавлено. Так, ну что, мне сколько дали за этого чувака-то? 10 тысяч дали, 20 тысяч у меня есть. Arm Cannon могу купить. Arm Cannon. А, recovery time на 20 секунд быстрее. Хотя мне лечилки не хватает на самом деле. Эти 20 секунд меня не спасут, наверное. Charged attack. А, ну это вообще нахуй не надо. Ну ладно, Arm Cannon возьмем. 80 seconds, 50 тысяч надо. Мне надо генерала Пука прокачать, потому что он мне слишком мало жизни дает. Ладно, чё, поехали. Где? Так, The World Race, The Level. Вот это что ли? Вот это, наверное. Леди... Блять.
Это пиздец. Нет, как володарски не получится. Каска и фарнис, чё там? Блин. Ё-моё, обезьяны какие-то. Их похитили, каску и фарнис. Эти типы похитили каску и фарнис. Лечись, давай. Кусаруке. Какая мрачная игра, такие краски вообще. Ой, блядь, мартышки ебаные. А это главный захват. Блять, тут живучий, сука, тут и чё на? Ну не промахивайся, давай, завали его, вот так вот. Я так понимаю, не бесконечный, мне надо куда-то идти. Ух, ебать. Ну, блин. Ну все, блядь, не дадут мне встать теперь. Стосно. Деревья эти мочить, блядь. Еще одна. И никакой атаки нету, блядь. Давай, разруби это дерево. Жесткая, что вообще происходит? Чё написано? 0%. Не дайте им уйти. Боже, какой мужчина. Я хочу себя сына. Беги, чувак, он тебя зарубит сейчас. Ну это серьезное вообще оружие, блядь. Ягода брошенная. Это слишком опасно, не двигайся. Тролли, блядь, чё они всегда преследуют? Прячьтесь за мной. Магичка. Вам нужно уйти из этого леса. Чем быстрее, тем лучше. Извините, но в следующий раз используйте меч, чтобы... Чё, блядь? Нет. Используйте меч, чтобы что? Ну, может, чтобы себя защищать, там, не знаю. С вами все нормально? Что случилось? Когда нас окружили тролли, ведьма Друв. Я не знаю, что такое. А, это, наверное, прошедшее время от слова дроу. Ведьма увела их обратно, чтобы защитить нас. Отпугнула их, наверное. Ведьма. Она до сих пор девочка. А ты что, проверял, что ли? Ты хорошо защищал их. Это вопрос там был, ты хорошо их защитил? Он молчит, этот человек. Плохо защитил. А что он мог со своей, блядь, зубочисткой сделать?
Ну, по крайней мере, все живы. Как ты смеешь, маленькая ведьма, смеяться надо мной? Что случилось с Исидоро? Исидоро его зовут. Ничего, пошли. Эти нервы выводят, не монстры выводят меня из себя. Действуют мне на нервы, точнее. То что ж такое, блин? Смотрите, блядь. Пушка зарядилась, а теперь у меня 100 секунд всего лишь. И гранаты появились, ну ё-моё. И загрызка. Блин, на японском я вообще не понял бы там, как прокачивать что-то все на иероглифе. Опять ягоду в него, что ли, кинули? Он уже знает, что надо кидать. Сурвайвал сейчас, походу, будет. Похоже, что мы окружены. Да, survival, я не могу убежать. Нахуй этого монстра, блядь, большого. С одного удара не может. Да что ж такое? Подходите ближе, блядь. Не стесняйтесь. Ой, надо было на того потратить этот суперудар. А, я могу два раза применить. До тех пор, пока не исчезнет. Класс. You unclean being, нечистый чего? Существо? Что случилось? Почему ты не как сказать, не улетучиваешь? Да, как сложно. Why don't you make them fly? Почему ты не... Блядь, я не знаю, какое русское слово подобрать. Короче, не сделаешь так, чтобы они улетели, как перышки, что-то типа того. Разруби его. Лечиться надо, а то мне пизда сейчас будет. Так, сейчас мы гранатку будем использовать. И привет вам. Я пришла к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало. А дальше как? Блин, может дальше можно было пройти, ё-моё. А, не, нельзя. Ой, меня мартышка ударила, блядь. Обычный он был. Используй пушку лучше на них, блядь. Горите в аду, суки. Он выжил! Ебать, ты выжил! Охуеть, блядь. Да не промахивайся ты, ну. Ой, блядь, инвалид, ёбаный пиздец, на. Ничего особенного. Так ты ничего не делал, блядь. Ты стоял в стороне, сука. Власовец.
Я Морган из Enoch Village. Enoch, Enoch. Ты не можешь идти домой с такими увечьями. Мы отнесем тебя обратно. Мне очень жаль, но вы не можете вернуться в мою деревню сейчас. Я должен пойти туда первым. Моя деревня была атакована троллями. Это просто вас... чего? Блин. Была атакована троллями. Это всего лишь matter of time. Вопрос времени, походу. Перед тем, как они уничтожат ее. Поэтому я хотел попросить ведьму спасти мою деревню. Witch Mansion. Давай поищем ее вместе. Мансион, я не знаю, что такое, это, наверное, дворец. Дворцовая ведьма. Похоже, этот чувак запал на эту малявку. Все, конец карты. И чё? Я пришел. В этом лесу водятся тролли. Эй, вы, в этом лесу водятся тролли. Они нас не напугают. Мы плевали на них, Дэм Эбаут, наверное, походу так. Не плачьте. Не плачьте с ней, если вы вас сожрут, эти твари. С нами будет все в порядке. Ведьма дала нам оружие, чтобы сражаться против них. Она дала нам магические фрукты. Ведьма? Вы ее видели? Да, мы... Мансион — это какой-то дом, по всей видимости. Мы были в ее мансионе до этого. Где ее мансион? Если ты хочешь, чтобы мы сказали тебе, ты должен поймать нас, тупой, тупой. Я не буду этим заниматься, лови их сам. Вы маленький братц. Не знаю, что такое братц. Ну, держитесь. Я не буду их ловить, лови сам, чувак. Еще и за детьми не бегал. Какого черта они куда-то делись, эти маленькие браты? Брат, что такое? С русского языка, наверное, взято. Брат. Пренебрежительное, надоедливый ребенок. Как удивительно. Вот и не говорите после этого, что английский не произошел от русского. Надоедливый ребенок, брат. Плохо воспитанный ребенок. Второй смысл, редкий лоскут, тряпка. Горный тонкий лоскут. Зацепки. Ну чего там? Блин, я не успел прочитать. Ну, блин, опять по ходу поиски. Идите с моей дороги. Блять, стоишь на. Жри, сука. Ёбаное дерево, блядь. Я увернулся. Нихуя. Вот это я крутой.
Обезьяны ебаные. Короче, можно пойти налево и направо. Пойдем, наверное, сначала налево. Гацу, это твой шанс, чтобы порезать их на куски. Я не хочу никого резать, блин. Ё-моё, мне пиздано. О, лечись, лечись, чувак! Блин, и сохранялки нигде нету, что ли, блядь? Сука, это пиздец какой-то, блядь. Да ты чё? Ебать, это пиздец. Блять, вы заебали нахуй. Жрите, блять, сука. Парасина. Ой, блять. Клепой инвалид, ты ёб твою мать. Жрите нахуй. Нахуй это дерево снести, блять, отсюда. Да что ж такое, а? Блин. Ема там наверняка где-нибудь был сохранение, сука. А, мне что, снова все проходить?